Здравствуйте, зовут меня Николай. Хочу вам показать, какая мне пришла посылка. Проживаю я в Красночекойском районе. Вот пришла сегодня посылка — стеклоподъемник. Вот. Такой вот коробочки. Запечатано все хорошо. Упаковано хорошо. Вот такой вот. Сейчас будем открывать ее и смотреть, как внутри действительно там соответствует тому, что я заказывал. Так вот, стеклоподъемники сами. Тут счет, накладная, бумаги какие. Вот. Вот какие бумаги пришли. Счет, накладная, акт осмотра содержимого. Сейчас мы все осмотрим. Несколько бумаг. Так, сам стеклоподъемник. Пакетики. Завернуто все аккуратненько. Так, сейчас мы его раскладем и посмотрим, какой он. Есть. Так, так вот. Вот так. Вот. Так, крепится он. Так вот. Крест-накрест. Так, ну все. Все соответствует. Соответствует, как тот же старый у меня. Но теперь надо поставить и проверить его в работе. В общем, на вид хороший, все рабочий, на вид все показывает. Такой электромотор идет. Ну, надо теперь только проверить его в машине уже. Там дальше видеообзор покажу, как в машине работает. В общем, мне понравился. Быстро пришло. Что-то не больше недели, наверное. Что-то, ну, чуть, может, побольше недели, но быстро. Везде отслеживался. Заказ, в общем, заказывайте. Удобный. Удобно и быстро. Ну вот я и поставил электростеклоподъемник.
И как обещал вам, хочу показать, как он работает практично. Вот он стоит внутри уже. Так, вот окно. Вот она кнопка. Нажимаю ее. Вот он, циклоподъемник открылся. Вот нажимаю закрыть. Вот он закрывается. Работает хорошо. Я рад покупкой и всем советую. Можете брать, не пожалеете. Работает хорошо. Все подходит, все закрепил. Осталось вот кожух все это закрутить, и доброго пути.